К другим темам. Океан цветущих яблонь. Чтобы увидеть это зрелище, в Саратовскую область, возможно, будут стремиться туристы со всей страны. Известная российская компания по производству соков готова вырастить на Саратовщине один из самых больших яблочных садов на площади около 2000 гектаров. Первые объекты плодово-ягодного кластера появились в Ртищевском районе. Подробности в нашем следующем сюжете. Путь к стакану яблочного сока начинается в молодом саду интенсивного типа. На один гектар приходится 800 саженцев. Сена – беркутовская, московская зимняя, орловская полосатая. Знаменитая своими соками компания «Сады Придонья» заложила в Ртищевском районе почти 200 гектаров нового сада. Здесь мы имеем возможность работать с садом, друзья, без гарантированного полива за счет того, что, конечно, здесь своеобразная и очень благоприятная земля. Здесь себестоимость продукта дешевле, потому что система защиты растений чуть легче. Через 2 года в новом саду планируют собирать по 30-35 тонн яблок с гектара. Чтобы эта лавина фруктов не пропала, инвесторы сыграли на опережение и открывают производственный комплекс по переработке плодов. Новый завод способен выдавать 10 тонн соков и пюре в час. Это 50 тысяч тонн ежегодно. Появление нового инвестпроекта не в Саратове, а в районе – большой плюс, считает губернатор. Это не только налоги для региона, но и перспектива – новые рабочие места на селе. Кроме того, переработка потянет за собой и развитие садоводства на Саратовщине. Нам очень важно, чтобы производство яблока на территории Саратовской области, оно не остановилось и в личных подсобных хозяйствах, в дачных, подумать, насколько эффективно, если качественные показатели по продукту будут подходить и будет востребован переработкой. Нам, чтобы усилить и дачников, потому что эта тема сегодня есть, и вот такой комплексный подход, он будет очень важен для нашей территории. Кроме Ртищевского, плодовые и ягодные деревья сейчас сажают Хвалынский, Саратовский, Балаковские районы. Ежегодную для региона цифру 300 гектаров новых садов в этом году планируют увеличить до 500. Юлия Шишкина, Александр Бочков, РЕН-ТВ, Саратов.